появился. Да, он более пессимистичный. Мы обращаем внимание, что один из основных источников доходов – это налог на доходы физических лиц – стал падать в объемах. То есть раньше мы говорили, что он показывает горизонтальную динамику, сейчас мы говорим, что он отрицательный. Это нас очень сильно настораживает. Это связано с тем, что зарплата уходит в конверт или падает количество занятых? Эти две ситуации сегодня налицо. Первое, на самом деле, стали предприятия уходить от уплаты НДФЛ, то есть они тем самым берут некий кредит у государства, то есть они оттягивают сроки уплаты на месяц, на два. Второе, да, мы обращаем внимание, что ушла заработная плата в тень. Ну и объективно часть предприятий приходит на четырехдневную рабочую неделю, неполный рабочий день. Соответственно, заработная плата падает.